Всем привет, с вами Лего и Даня, и мы продолжаем играть в Seven Days to Die. Даня даже сделал решетки. Кстати, как решетки называются? Я в серч пропишу, посмотрю, что там. Iron Bars. Iron Bars, да? Они есть. Это столько металлических штук надо? Это плавить надо, да? Да. Ага. Ясно. В общем-то, у нас тут незаконченный второй этаж, но это ладно. В инвентаре мы сделали ботинки получше, Iron Boots. Тоже ироновские, что ли? Из этого, из металла. Да, железные. И кожанка. Я в кожанке, в железных сапогах и в железной маске. С перчатками и джинсами. Ну, они, кстати, дают каждые какие-то статы. И что, говоришь, эти статы делают? Влияют на уроны там всякие, туда-сюда. Да. Ну, да. А левел как повышается? В Чаректоре левел написано. Я как-то сам по себе не знаю даже, что. Сам по себе левел повышается. Да, ты когда убиваешь зомбареидом. Так, ну чё, пойдем. Наша задача в этой серии... А, ты хочешь вот здесь еще решетки воткнуть? Ну, я хочу немножко достроить тут. У нас третий день, 10 утра. Пока все спокойно, все в порядке. В гости никто не приходил практически. Наша задача сейчас пойти прогуляться по миру. И желательно найти семечку. Ты пока здесь достраивай, я здесь посажу деревья. Семечка нам нужна картофельная. Не простая, а золотая. Точнее, это... Да, это же семечка, да? А я могу на дороге садить? Да. На дороге не могу. Могу, что ли? И что, на дороге дерево? Сейчас я сделаю дорогу. Классную дорогу сделаю. Красивую дорогу. Так, он что-то не всегда сажает, гад такой. Так, может, там тебе мешает? Ты хоть срубай эти кусты-то. Нет, срубай кусты для лохов. Нужно искать место. Так. Садовник. Садовник от бога. А они через сколько примерно уже начнут вырастать? Ну, день, может, два. Чтобы я мог уже рубасить их. Вот здесь будет у нас такая аллейка. Аллейка. Так, ты там как, уже готов? Я думал, 60 семечек это так много. А это так мало. Аллейка. Так, ну ладно, здесь будет красиво. Наверное, не уверен. Так, что еще мы сделали? Мы сделали топор и кирку, чтобы добывать руду и срубать быстрее деревья. Но этот же топор также нужен для того, чтобы быстрее ломать какие-нибудь эти, да? Как их там? Стены? Да, всякие доски. Все, я посадил. Что, погнали? Так, нам нужно еще и поесть найти, конечно. Вот наш дом, кстати. Кстати, из таких окон мы потихоньку переходим в режим решетки. Так, кирка есть, топор есть, 33 болта, винтарь, у которого есть 8 в заряде, 4 с собой. Так, смайлстоун это надо выкинуть. Где у нас тут? Здесь, вот здесь все. Тут, тут. Так, ты идешь? Сейчас я немножко еще стал доделать. А что ты мутишь? Такую же фигню, как и здесь. На втором этаже я делаю пока что. Такой же фигню, как и здесь. Ага. Второй этаж будет скоро завершен. Так, а тут мир же большой или не очень? Вообще считаю его бесконечным. Бесконечный здесь он, что ли? А как нам домой возвращаться? Не знаю.
Мир бесконечный, это круто. Если мы уйдем далеко, я думаю, это будет очень долго. Ты что-то закосячил. Но мы-то потом будем снимать где-нибудь с середины или наоборот, когда дойдем. Может быть, мы пойдем, потом мы будем заниматься этой стройкой непонятной. Ну, сейчас я поставлю последние две балки, чтобы они мне больше не мешались. У тебя там все строго. Опять промахнулся. Хыдыж, хыдыж. Все-таки не поддается тебе эта балка. А как насчет встать вот сюда и вот здесь ее поставить аккуратно? Или ты любишь с прыжка ставить? Наконец-то! Челлендж accepted, мы победили. Пойдем уже. Пойдем уже, уватя. Сейчас я уже на дерево и пойдем. Дерево соберешь? А, сложишь? Кто здесь? Кто на нас нападает? Так, нам нужно шарить мусорки, но это конечно, пустые возле дома. В мусорках может быть семечко. Семечко нам нужна для того, чтобы посадить здесь картофельные поля. А их поливать надо? Ну там, как в Майнкрафте, ты просто ставишь рядом воду, наливая где-нибудь рядом. И она как бы автоматически вода впитывается в землю. А-а-а. Ну все, веди, куда мы пойдем. Куда нам лучше идти? Мы еще бегать не можем, так что нам собак всяких надо убивать сразу будет. Сразу сгоряча. Что ты там крафтишь? Мы пойдем сегодня или нет? А, я забыл кое-что выложить, ладно, пойдем фиксим. Ты же мне говорил, что мне нечего делать. Сейчас ты начал резко ходить и крафтить какую-то хрень. Тарат-тарат-тарат. Мигранты где? Мигранты. Блин, мы бегать не можем, потому что у нас все на нуле. Аптечек на нуле, бег на нуле, еда на нуле. С местностью нам не повезло, у нас нету животных совсем. Ну. И вот в этот, куда мы сейчас будем идти, да? Мы как бегать-то будем? Убивать что ли будем? Да, и скорее всего мы умрем по разику. По разику неохота умирать. А нам нужно пройти эту черную территорию, или мы можем как-нибудь ее обойти? Или нам здесь надо в мусорках искать? Нам надо здесь все обыскивать. Вот уже собака. О, все. Куда она топнула? На нас. А чё она упала куда-то? Она там сейчас перебежит под водой. Сейчас я и попробую в сандалить-то. Где? Ой-ой-ой-ой-ой. Не попал. Она как-то странно прыгает. Нет! И второй. Нет! У меня в руке патрон остался. В смысле, я из дробаша всандалил, а она убила меня. А ты не в голову попал. А как там в голову ее колбасит, как не знаю как? Да, это баг игры. Они пока не сваляют, типа это. Так, как ты говорил, быстро поднять Е и Р потом? Да, Е и Р. Дурацкая так, собака. Так, ну смотри, кто-то должен собаку привлечь, а кто-то забить ее. Ты привлечь? Я привлеку, ты возьмешь все вещи, убьешь ее. Давай. Ты мне лучше не бегал бы, оставил бы на потом бег. На потом. А он что, не регенится? Он. А собака. Где собака? Мой какой? Мой дальний, по-моему, да, сундук? Ближний сюда. Может она умерла от потери крови? Так, одеваемся, как же все печально. Так. Расфасовываемся. Ну и все в порядке. Я жив и здоров, и у нас есть хпшечка. Мы отрегенили хпшечку. Блин, стрела, она так интересно летит. Она, короче, надо наперед ее пускать. Наперед! Вон
там толстые толстяки. Зернышко, говоришь, в мусоре надо искать, да? Веселуха. Надо все обыскать, любой бэг, который увидишь. Ну, это я понял. МТКан, Ватикан. А в машине может быть зернышко? Ага, она уже... Ну, эти машины слишком сломанные. Это проржавевшие машины. Чё, опа-на. Опа-на, бежит. Ой, собака. На! О, в голову попал, ты прикинь. Ну, как-то проканало, что ли. Как-то уж как-то так. Так, роутинг флеш. Ты зажимаешь и берешь то, что тебе нужно оттуда. Роутинг флеш. А не, чтобы там пройти. Ты говоришь, не любишь роутинг флеш. Да. Ты говоришь, нельзя есть, а вдруг можно. Где-то я слышу эти звуки. Звуки друзьяшек. А у них может быть картофельное зерно? Отдай, скотина, картофельное зерно. Наверное, нет, да? Отдай зерно. Как она хоть выглядит-то? Наше любимое зерно. Как она будет называться вообще? Она сид потато. Сид потато, точно. Да. А другие сиды есть? Сид да, есть еще корм, то есть... А сид бамбуча? Сид бамбуча есть? Сид бамбуча? Такого, наверное, нету. Где мешки-то? Что-то мало мусора. Там крики какие-то. А ты где? Это меня ударили. А и так, на карте как тебя найти? А то тебя что-то нету. А что-то тебя реально нету. Ай, собака! Где? Мне нужна помощь. Все. Нормально. Там толстый идет. Аккуратнее, он бьется. Может, в него стрелу запустить? Стрелу счастья. Пуч, я здесь. Пуч. Воу! Воу! Тошнотик такой. Попал по мне. Аккуратней. Беги, беги. Пафу. Вот это он его еще и рвет так конкретно. Да, он разрывается. И его лутануть нельзя, да? Бесполезный толстяк. Я чую, что у нас, у меня жизненьки плохо. Есть как-то. У меня так же. Они все равно нет-нет их и ударяют, падлы. Ну где же наш сид потато? Сзади, сверху пчела летит. Ага, так я и попал. Вот какая и улетает хитро задница. Так, тут сумки. Какие звуки издает. Так, есть. Собака. А, нет! Убил, что ли? Нет. Не знаю, куда он делся. Я и прям в челюсть попал. Прям в челюсть, мазафака. А где она была? Вот здесь, за этой скал, за этой стеной. Вот она. Замочил падлу, да? Да. И уже второй хедшот в мою копилку. О, что такое зеленое? Смотри, зеленое. Это что, мусорка, отходы? Это просто как мох такой, знаешь. Мошок. Надеюсь. Ну, я сейф нашел. Что нашел? Сейф? Сейф. Даже здесь есть сейф. Да, здесь валяется на графомой как сейф. Ах ты мошок. Мошок. Ну и что там?
Патроны? Да, по фигне всякой, тут нет патрон. Есть оружие, там для пистолетов. Вот, ты что-то выучил, да? Да, это я изучил пистолет. Иди от меня! Зараза такая. Так, по правой стороне у нас мусорки. Мусорки. Главное нам не сдохнуть, вот что. Да. Перышки, блин. Дай нам потату сит, мы будем кушать. Мы в этой игре будем часто кушать. Там толстепон. Там толстепон. Блин, мне что-то не нравится вот этот толстепон. Он вообще так четко блюет. Я ему хедшот попал. Сдохни, толстепон. Толстепон! Опять же хедшот попал. Он бежит куда-то! Ты что делаешь? Беги, беги, беги! Толстепон! Вообще бегает! Я обкакался. Я обкакался, когда он почесал. Так, ты эти мусорки, естественно, уже проверил, да? Быстро. Да, я проверяю потихоньку. Быстро работает мусорщик. Так, 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 толстепоников нету. А ты говоришь, зомби, который лазит, это который без ног? Нет. А он такой, знаешь, худенький такой. И бледный. Худенький и бледный. Так, ну подвиньтесь вы. Трава. О, да-да-да-да-да-да-да-да. О, сколько здесь мусора. Давай, давай. Ага. 10 потато сит. Ну ты говоришь, тяжело найти, да? Семечко потато. Вообще, да. Не так-то просто тебя найти. Вон еще мусорки. О, там какой-то дом справа. Пойдем сюда. Так. Смотрим. Пустая банка, газетный мусор, патрончики, пустая банка. Печально. Подожди, что я нашел? Glass pane, это же окно, да? Да, это можешь выкидывать. Glass pane мы можем делать сами. Так. К-с. Ты возле этих домиков? Или нет? Да. О, смотри, а где? Я слышу, как ты там где-то лутаешься. Да я вот тут, я тут. О, за тебя. Ты здесь... А, ты здесь уже был? Да я уже все обшарил. Я нашел пистолет. Ой, я нашел немножко еды. Пистолет. Не пожаренный, правда. Пистолет? Это хорошо. Так, бумагу нам не надо. Бумагу выкинуть. В толчке жалко, лутануть нельзя. Толчке. Еда нужна? Да. Такое блюдо на подносе мне дал. Такое. Кейк. Кейк. Заточим кейк. Ням-ням-ням-ням. Смородиновый кейк. Да, так жизни прибавилось. Как будто, блин, не знаю что. Ох ты, у тебя тоже майн хелмет, как у меня. Вот так и выглядит майн хелмет. Вот, опять какой-то я выучил сервис. У меня уже 12 патронов для пегаля. А, скинешь? Давай. Или это пустые патроны? Или я что-то тупанул? Это пустые патроны, это гильзы. Ну вот. Это нам не надо. Да, нам даже это и не надо? Нет, можешь такое не собирать. Ну вот. О, какие-то новые мусорки. Новые отпетые мусорки. Просто шаримся. Шаримся как можем. Блин. Потихоньку будем рулиться к городу. Чё за город? Обычный наш. А, ты про наш дом? Или про... Город? Нет, город. А, блин, вот этот вот город, он немного... Это... Это город, который типа все плохо. А есть город, который... Цветет и радуется. Скрэп Ирон нашел и патроны себе. Нормально. Это какой-то злой город. Нашел. Нашел? Покажи, покажи, как выглядит. Вот тут, в этой помойке. Иди сюда. Сейчас, сейчас. Эту шляпу, за которой мы
бегаем здесь полгода. Бери, 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 бери. Это так, круто. На, возьми патроны. О, ты откуда столько набрал-то? 13 патриков. Это уже не шуточки. Wooden club, это не надо, дубина стрёмная. Теперь мы можем сажать. Да. Можно направиться в сторону дома. Погнали и посадим, да? Да. А туда, в сторону города не пойдем, где жесткий лут? Сходим. Нужно дойти до дома хотя бы посадить, чтобы выросло, а то я пойдем пока в путешествие. Давай, а ты посадишь ее и потом из двух еще две посадишь, да, и вот так потихой? Там вырастет где-то около 5, ну, в одном. Ага. Или 3, или 4, не помню точно. И потом это можно все переделать, из одной картошки делать все 4 семечка. Нормально. То есть... Легко все будет теперь. Ой, здесь мусор. Что, нам 4 мусорки вообще нет смысла лутать? Собака бежит. Попал по ней. Беги, беги, беги. Нет! Нет! Я не хочу умирать никогда. Ну я вообще на лоу. Я на лоу. Ты сейчас помрешь походу, да? Пойдем отсюда. Бежим. Да, теперь нам точно надо домой. Ай, сзади, брысь. Я вообще ноль жизни. Мне еще один удар, и я сдох. Не, у меня жизнь-то есть, а вот пить нечего. Мне просто один удар, и я сдох. А если они отравлением замутят, то стопудово сдох, да? Ага. Че, печально. У тебя есть в инвентаре Pine Killers? Че это такое? Ветки такие белые. Есть. Съешь одну? Давай. Съел. Это что, противоядос? Вот, все, теперь потихоньку у тебя будет немножко жизни восстанавливаться. О, это круто. Во, я уже вижу их. Будешь жить. Я уже их вижу. А они до конца будут восстанавливаться или нет? Не, немножко совсем, где-то около 30 там процентов. Ну, процентов. А если после 30 их хавать, до сотки их можно довести? Да, только нужно, когда прекращение таблеток перестает они действовать, тогда можно еще выпить. А, можно еще и нажаться таблетками и сдохнуть? Нет. Нет, да? Да отстань ты. Ты поплыл, что ли, там? Да, давай. Побел, зажимай. А эта муха тоже... Все. Да, тоже будет за нами. Нет. Че, убил? Да. Она останется в этой воде навечно. Вот он, зеленый мир. Зеленый пестрый мир. И а что здесь опять вода? Мы куда там идем-то? В сторону дома. Мы же живем воды в этой. Да. Она грязная вся. Рук. Смотри, я по воде иду. Я царь и бог. Тоже так умеешь? Зачем такой глюк? Сразу весь процесс обламывает. Я царь и бог. Ты бы смог плавать всегда стоя? Да, конечно. Но это значит, еще не пофиксили, да? Ну да, я говорю, анимации не хватает игроку. Жалько. О, наши деревья уже потихой грусти. Можно сломать эти мешки, они меня бесят. Ого, можно. Все. Так, что я хочу сделать? Я хочу выпить воды и принести новый. На тебе, скину 3 пустых. И еще 3 пустых.
кинул. Шкура нам нужна. Animal hide. Animal hide. Или ты там все? Или ты там крафтинг? Хайд нужен вообще. А этот large bone нам нужно, маленькая кость это? Или уже можно их выкидывать? О, сколько здесь можно делать. Shotgun burial mod. О, это не та, что ли? Не такая штука. Чё говоришь? Я ничего не говорю. А зачем мне пустые-то тебе дал? Надо было их наполнить же мне сначала. Скидывай мне все. Давай, я тебе сейчас. А, держи. Так, мне не скинулись что-то. Еще раз. И все. Так, здесь еще есть. Large bone, ты говоришь, не надо, да, маленькие кости? Нет, кости вообще можешь выкинуть, пойти на улицу, люди не уводят, чтобы их убирать. Ну-ну-ну. Так, мне надо все сложить. Банки сюда. Это сюда. Это сюда. Это вот сюда. Это все для плавки, да? Аккумулятор зачем у нас так валяется долго? Что, аккумуляторы? Ну они нам нужны для пули, а пули мы пока делать все равно не можем. Пойду набирать воду. Аж 13 бутылок. Потом скипятим ее и можно пить. Все. Battle Murky Water. Ну, так. Сейчас тебе скину, а то печка опять заглючит. Да. Готово. Так, 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 так. Ты сейчас хочешь садить потатку? Потатку. Верно. Пайп-бомб есть, а зачем пайп-бомб? Она как жахнет, да? Снипер-рифл. Так, одежка, да? Очки и фейс. Очки и фейс можно скрафтить, интересно? Нет, нельзя. Ну вот. Это еще не продумано. А, вообще нельзя? Не, это еще не продумано. Понятно. Понятно. Так, а вопросы что это такое? Скруп, Iron Fence Post. Разные треугольнички. Фурнитура. Они идут, что ли? Они идут, походу. Что за паника? Йо. Много? Выходи быстрее. Очень. Иду. Иду. Ааа! Вы чё? Там и толстяканы, и пеликаны. Иммигранты хреновые. Не проверяй его, давай вдохновение к тебе. Иммигранты хреновые. Домой! Домой! Ну-ка домой, быстро! Ломать они хотят нам дом. А если была бы ночь, мы бы дома сидели, да? Да. Потому что они бы нас запылесосили. Вот какие вредные. Вредные чувихи. И чуваки. Все кричат и кричат. Все кричат и кричат. А тебе, толстый, я приготовил особенный подарок. Нифига он не умирает, ужас. Два хеда ему надо вписать. Все, толстяки мертвые, я спокоен. А этих можно палками. Нифига себе, там кто-то ползает еще. Как ползучего убить? Так же по голове бьешь. А, сзади! Откуда ты пришел? Сзади к тебе идут еще.
Медсестра, отстань. Хватит ползать. Они, не, у меня почему-то песня в голове такая, вот сейчас напоминается. Ты такой сексуальный. Да, на них смотрю. Нет, нет. Вагинальный. Ох, сколько их сюда? Лук-то толстый, толстый, толстый. Вот толстый бутерброд вонючий. Бутерброд вонючий нам не нужен. Толстый, ты идешь? Толстый, лови. Толстый, лови. Тебя сбрили? Блин, а как мы ночью не забыли? Больше. Как мы бы ночью забыли? Ты бы помог. Я помогаю. Как ночью бы мы бы отбивались от такой жести? Не знаю. Они бы бегали еще при этом. На втором этаже бы сидели. Надо, наверное, дом достраивать. Скоро нам так вести не будет, наверное. Да. Дерево, слава богу, есть. Они не могут понять, кому идти, тебе или ко мне. Получай по голове. Сломалась палка, я забыл. Я забыл. Я просрал палку. У меня какой-то баг с прицелом оружия, он боком как-то целится. Что за фигня? Не знаешь? А? Знаю. И что делать надо? Попробую, я не знаю, пооткрывать меню, позакрывать, что-нибудь поделать такое. Сейчас. Просто, о, все нормально. Все нормус. Таблетки есть. Таблеточки. Да не нужен мне этот невкусный. Че, придется выпрашивать с тебя палку новую, да? У тебя тоже сломало, что ли? Ну да. Да блин, запарился своим невкусным бутербродом. Я знаешь, что нашел у толстяка? Ну? Бандаж. А, ну это ладно. Ой-ой, 9 патронов миллиметров. Да. Скидывайте. Скинул. Да их на дом выкладывать, у меня-то нет с собой ничего. А. Так, бон нам не надо. Бумагу нам не надо. Вот и все. Бичез. Ты же еще картофан не сажал. Нет. Картофан, мать ее. Картофан. Картофан. Это... А, ой, он куда? Маслица. А, он нашел. Маслица нашел. Книгу сюда. Бандажик сюда. Так, а что у нас там? О, у нас вода. На, держи водичку. Так, на, держи. Ты взял водичку? Да. О, палка, да? Ой, это что за repair tool? А ее починить, наверное, надо, нет? Он теперь... Да, можно им чинить блоки, но он вместо тебя каменного топорика. Вместо каменного топорика? Что за камень? Да, вместо него. А, он получше, типа, что ли? Она быстрее делает там. А, понял. Каменного топорика. А что-то он у меня полумертвый. Такой выпал. Вот зомбясики, а. А, тут еще шанс, типа, да? Шанс. Шансик Iron Club и Stone Axe. Stone Axe. Вот это мне надо. Ох ты, кукуруза, две штуки есть. Ну только не трогай пока ее. Сажать будешь? Ну, скорее всего, как-нибудь посажу. Но я не умею ее сажать как-то. Почему? Я не знаю, у меня она осыпается просто. Но потом попробуем посадить.
Надо быть мужиком. Сажать как царь. Сажать как царский. Та-та-ти-ра-та-та-та. Немножечко нужно восполнить стрелы наши. Ту-ру-ту-ту. Ту-ту. Ты там что крафтишь? Тоже что-то крафтишь? Возьми палку, но фиговая, конечно. Сейчас, сейчас. Взял. Она, конечно же, фиговая. У, трава как долго крафтится. А эта палка зачем? Зачем палка? Ну, ты бить ей будешь, это бита же твоя. Пофиговая, конечно, другой пока нет. Я думал, та будет. Бита крутая, думал, будет. Дорогая очень. Блин, нам не надо было ломать, да? Можно же ее просто... О, хантинг райфл ты сделал? Хантинг райфл? Нифига себе, здесь патроны нужны. Опасные. Так, я так чувствую, там картофан. Надо посмотреть. Надо посмотреть на картофан. На картофан. На картофан. Лопаткой все чистишь, да, значит? Дж-дж. Прям здесь будет картофан. Да, постараюсь где-нибудь посадить его. Картофан. А ты же только один посадить сможешь. Я заранее поле сделаю. Ага. А можно же поле было топором, да, почистить? Ага. Это нереально долго. Да. Лопаты взял и прокопал под картошку. Под картошку-мартошку. У нас уже такой более-менее так. Дом. Правда, со вторым этажом беда. Так. Нам нужно сделать вот эти палочки. А я все готовлю стрелы на какую-нибудь опасную войну. Так. 21, 24... И мы сделаем опять стрелы. Какая трава? Я вообще мутант. Я мутант. Сейчас все будет. Нам нужно выложить эти камни, вот эту траву. Взять вот эти перышки. Так. Во. Сколько мы там можем сделать-то? Вот столько. И положить обратно сюда. Че там, кстати, через сколько картошка может вырасти? Зависит по времени. Ну, скорее всего, день, тоже два. Ох, ё-моё. Три, может, даже. Не слабо она. А зачем ее? Ты что там будешь? Что это такое? Ты так посеял? Ах, ты посеял картошку. А закапывать надо? Я ничего не сеял еще. Ну, в общем, время подходит к концу следующей серии. Мы что будем делать? Что будем собирать? А, вода. Картошку. Будем кушать картошку. Всем спасибо. Подписывайтесь в группу. Всем пока.